210 лет со дня основания. В Забайкальском крае старейшему датсану России отметили юбилейную дату. В торжествах Цугульского датсана приняли участие сотни верующих и ламы из Иркутской области, Бурятии, Тывы, Хакасии и Горного Алтая. Самым важным событием этого дня стало освящение статуи Багдо Занхавы, монаха, жившего в середине XIV века. Основателем школы Гелугпа написано учение, от которого и пошло понятие ламаизма. Считается, что именно он призван бороться с безграмотностью. Поэтому в одной руке учителя меч, рассекающий невежество, а в другой книга, символизирующая свет и учение. Завершили праздник спортивные состязания по бурятской борьбе, стрельбе из лука и конные скачки. Это высота мысли, искусство нашего народа. И поэтому мы вправе гордиться, что есть Цугульский датсан, и внутри находится святыня. Вот сегодня мы принимаем участие и приняли участие в освящении святыни бурятского народа и буддизма Цанкапы.